Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Готовлю зелень в лаваше. Здесь у меня свекольные листья. Я уже заранее приготовила. И делаю маленькие трубочки. Одну пробную сейчас отправила. Смотрю, как получается. И буду дальше делать. Симпатичненько получается. Вот так. Сейчас буду и другие отправлять с постами. Чуть-чуть раскрываются. Начинка у меня из свекольных листьев. У меня на канале есть, внизу оставлю ссылку. Сейчас буду переворачивать. Одной рукой неудобно. Все перевернула. Огонь чуть-чуть убавила. А то уже можно брать. Сейчас попробую и буду дальше делать. Самую первую пробую. Она такая. Вот такая вкусняшка получилась. До новых встреч, мои дорогие подписчики, гости моего канала.